В последнее время Бритни Спирс переживает нелегкий период. Совсем недавно она закончила месячную терапию в психиатрической клинике, а сейчас ведет борьбу с отцом за снятие над ней опекунства. Чтобы немного успокоиться перед очередным судом, поп-звезда отправилась в Майами. Там вместе с 25-летним бойфрендом Сэмом Асгари знаменитость загорает на пляже и катается на водном мотоцикле. Однако безмятежный отдых нарушили папарацци. Недавно в сеть попали фото, где Бритни выглядит значительно располневшей, ноги охвачены целлюлитом, а подтянутый пресс и вовсе пропал. Увидев провокационные снимки, поп-звезда возмутилась. Ведь уже несколько месяцев она публикует ролики своих занятий спортом. По мнению артистки, лишние килограммы – результат умелого фотошопа. А в ответ на кадры репортеров певица опубликовала свои в Майами с любимым Сэмом Асгари, подписала публикацию «Знаменитость Спирс показала», что выглядит стройнее фото, Legend Media в версии Спирс, звезда, действительно, выглядит стройнее. На одном из фото она лежит с возлюбленным на яхте, демонстрируя стройность ног, на другом показала тонкую талию. Впрочем, певица выбрала для себя выигрышный ракурс и встала боком. Поклонники быстро заметили маленькую уловку Спирс. «Мы поняли, что ты худая, теперь можешь выдохнуть. Она худенькая как спичка и хочет, чтобы мы об этом знали», — подшучивают пользователи. Другие, напротив, поддержали кумира в комментариях. «Ужасно, что тебе приходится доказывать правоту фотографиями. Ты красивая и сильная. Пожалуйста, не позволяй ненавистникам добраться до тебя». Бритни не раз ловили в неудачном ракурсе фото. Legend Media, к слову, стремление Бритни Спирс выглядеть худое объяснимо. Ее избранник модель, начинающий актер и персональный тренер по фитнесу. Неудивительно, если с таким атлетом звезда испытывает смущение. Но судя по сообщениям инсайдеров, влюбленные отлично ладят друг с другом. Бритни по-настоящему счастлива, и я не удивлюсь, если она и Сэм объявят о помолвке, — говорили в окружении певицы. Возможно, Сэм сейчас лучше остальных понимает знаменитость. Когда-то мужчина и сам страдал от избыточного веса. Я мог бы продолжать делать все то же самое, или я мог бы выложиться на 100%, вспоминал фитнес-тренер свой переломный момент. Класс пост 662 261 подписчик.